в этой песне и в этом клипе мы решили воссоздать историю, историю реинкарнации души, путешествия души. Мы вдохновлялись книгой Бернарда Вебера «Теперь ангел». Я в роли ангела, который меняет человеческие жизни. Лимонный – это главный цвет наших ангелов, то будет сегодня вот так. Очень много персонажей, я думаю, вам будет интересно наблюдать за этим клипом. Времена идут, а я не тороплюсь. Коротаю дни у подножья ночи. Если кто-то вдруг твой выключил звук, посмотри в глаза и сделай громче. Вот сейчас было прикол. Ты знаешь мысли каждого здесь человека, ты их слышишь. Ты уже выбрал эту семью, потому что этот мальчик тот, кто слышит тебя. Это слова, те, которые ты поешь. Никто не любит, это она это сейчас испытывает. Это ты ее слова слышишь. Поехал вагон. Гениально! Гениально! Никита, ты видел, что происходит? Так он не должен тогда. Он именно пространство меняет. Никита, делай! Не надо смотреть вниз пока что. И расслабься. Излучай тепло, и тебе станет теплее, и нам красивее. Верю себе. Ну как, тебе понравилось? Все, спасибо. Ты норм? Нет. Не норм. Прикольно. Прикольно. Офигенная скорость вообще. Гениально. Все, сворачиваемся, переходим дальше. Ты его ведешь, да, и он у тебя буквально перед камерой падает. Отличная эмоция, класс! Еще раз, родненький, еще раз. Посмотри в глаза, сделай громче, сделай громче. Приехали уже на третью локацию. Здесь будут происходить первые баталии нашего самого младшего героя. Пощечина? Ну только я показал. Эй! Ух ты ж! Сильно? Сделай громче, сделай громче. Пусть запомнишь звук. Сделай громче, сделай громче. Сделай громче, и никого вокруг.